видео. В этом видео я давно хотел сделать такое видео. В этом видео покажу, сколько выдержит башмак по мере возможности. У меня есть 25-я арматура. Вот у меня длина 80 сантиметров, 25-я. Я не знаю, если так вы увидите, нет, 25-я арматура, значит 80 сантиметров 25-й арматуры весит 3 килограмма, там я не знаю, 84 грамма, ну пускай будет 3 килограмма. Как бы округлим даже в меньшую сторону. Сделал я вот такую вот ногу. Ну, эта нога сколько весит? Килограмм 20 точно. Эта нога весит. Будем пробовать. Так как у нас любят в Ютубе что-нибудь ломать, сегодня мы будем ломать мои ботинки с одним замком. Кстати, по поводу замков, замки будут сажаться на болты, чтобы человек без проблем смог их заменить. Значит, так, у нас металл 2,5 корпуса, крючок, пятерки у меня не было, шестерку поставил. Так, будем сейчас собирать. Буду ложить по две штуки. Берем 18-ю арматуру, крючок у нас уже был, тут проволока восьмерка, да, восьмерка, две штуки. Я не знаю, сколько тут весит, но много. Замок держит. Так, давайте, наверное, тросик я возьму, чтобы эти проволоки тут не порвалось. Берем тросик, продеваем. Все это дело. Это 20-я арматура. Сейчас я вам точно скажу, я недавно считал. А, не 20-я, 22-я арматура. Вот здесь вот в пачке 130 крутов, она 12 метров. Ну, я всю пачку, конечно, не подниму, но хотя бы один край. Смотрим.
Ё-моё! Надо, наверное, дальше перехватить, чтобы тяжелее было. Все, так же. Можете остановить, посчитать. Остановить видео, посчитать, сколько тут. Замерим, на каком расстоянии будем поднимать это дело. На расстоянии 2 метров от края. Вот. И то я ее раскачивал, чтобы она поломалась. Чтобы узнать слабые места. Значит, что у нас тут? Сейчас откроем. И то я подозреваю, ее, скорее всего, просто... А, нет. Срезала клепку. Ну, вы представляете, сколько тут, я не знаю, ну, 350 точно, прям сильно трос натянулся. Значит, что, с замком, ну, если бы не свернула эту клепку, не срезала, если бы клепку не срезала, то замок бы не повело бы, вот так он даже не сварен. И, в принципе, нормально. Так, тут тут болты. Болты везде выдержали, все хорошо. Клепки смело. Петли прекрасно. Крючок разогнулся. Крючок разогнулся. И, получается, одну клепку только срезала. Ну, скорее всего, бы и вторую подрезала. Да, чуть-чуть. Но это и... Потому что первую клепку срезала, поэтому нагрузка на вторую и чуть не срезала. Ну вот, вот так вот корпус у нас повело. Задняя часть прекрасна. Ну, передняя, понятно, она то, что нагрузку такую на себя приняла. Но как вы видели, ботинки я делаю надежные, качественные. Даже с одним замком. Я даже не знаю, сколько тут будет весом. Если я вдруг узнаю, я обязательно скажу. Но за 300 килограмм это точно. Это получается рабочий вес. Но если на паре висеть, то 300 килограмм рабочий вес. С одним замком. Всем спасибо.